Кекс по-итальянски «Чиамбелла». Рецептов их огромное количество. Важная деталь – это форма для выпечки. Необходимо брать высокую круглую и с дырочкой посередине. Готовится кекс быстро, особой сноровки не требуется. Справится даже неопытная хозяйка. Подготовьте необходимые ингредиенты. Добавьте масло, воду и хорошо взбейте. Смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте к жидкой части. Хорошо взбейте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для кекса, диаметр 26-28 см, маслом. Вылейте тесто в форму. Поставьте выпекаться кекс на 45 минут в разогретую духовку. Достаньте готовый кекс из духовки. Слегка охладите. Переложите выпечку на доску или блюдо. Полностью охладите. Готовый кекс подавайте к столу. Приятного аппетита!